В канун 8 марта в крестьянском хозяйстве Умит Казгурского района распустились розы. Бутоны черной магии будут радовать жителей не только Шымкента, но и Нур-Султана, Актау и Алматы. Перед 8 марта цены на цветы поднялись. Розы отпускаем по цене штука за 500 тенге. Гвоздика по 150 тенге. В обычные дни черная магия стоит 150 тенге, а гвоздику сдаем по 70. В канун праздника голландские розы в Шымкенте продают от 600 до 800 тенге. Цена зависит от размера бутона и длины стебля. Самые ходовые цветы сегодня тюльпаны и самые востребованные голландские сорта. Их стоимость 400 тенге за цветок. По сравнению с прошлой неделей стоимость выросла на 70 тенге. А на сам праздник ожидается, что еще взлетит на 100. Торговцы живыми цветами в Шымкенте потирают ладошки. В преддверии праздника спрос на их продукцию высокий. А это значит, что один день, как говорится, весь год их кормит. Покупайте цветы и дарите любимым. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех женщин с этим замечательным праздником. Пожелать счастья и весеннего настроения. И пусть цветут, как эти прекрасные цветы. Когда еще в цветочных магазинах можно встретить столько мужчин? Разобраться в цветочном ассортименте помогают консультанты. Спросом пользуются орхидеи, азалии и весьма символично материнское сердце – гузмания. Цветы покупают не только для мам и жен, но и женщин-коллег. Хочется купить необычный подарок. Цветы в горшочках стоят долго. Они будут напоминать о празднике, о теплоте и наших искренних чувствах. С праздником, наши милые женщины! Выбор огромный. Все зависит от суммы, которую вы готовы выложить за живые цветы. Одноразового или, как в случае с цветком в горшке, многоразового использования. Шанару Уразова, Амантай Ольбеков, Нургильдес Адвокас, информационная служба телекомпании «Отрар».